решили, что политикой надо заниматься, наверное, на уровне государственной власти. А вот в городе наша задача не политикой заниматься, а наша задача, чтобы было в домах тепло, чтобы были отремонтированы дороги, дворы, чтобы вокруг было чисто и так далее. У нас хватает своих местных задач, правда, не хватает на их решение денег, но тем не менее, политикой нам здесь заниматься не надо, нам надо заниматься экономикой. Поэтому у нас вот как-то так, отработав даже год, у нас политических баталий в Думе нет. В принципе, мы вот работаем, стараемся работать, по крайней мере, слаженно.